Так, звук изображения есть. Добрый день, дорогие друзья. С вами Дмитрий Черепащук. Обзор рынка после инаугурации Джо Байдена. Да? Сейчас посмотрим с вами самые актуальные идеи на конец января. Сразу скажу: рынок нас не баловал да, в январе. То есть, если мы посмотрим золото, да, вот в начале. Января у нас еще хоть какая-то волатильность была, все идет на снижение. Нефть. Сейчас одну секунду. Нефть точно так же идет на снижение. То есть все волатильность затухает, да, не балует нас движениями рынок, но тем не менее, некоторые все-таки идеи интересные есть. Давайте приступим к обзору золота. Начнем с золота. Так как все перекладывается в тихую гавань, да, перед тем, как была инаугурация, какие законы будут отменены, какие добавлены, все переживали, да, что будет с рынком. И золото отреагировало следующим образом. Смотрите, я торгую по техническому анализу, поэтому буду рассматривать только по технике, мне не важно, какие там новости, все мне главное, чтобы была хорошая волатильность и желательно направленный, ясный, понятный тренд, да, я думаю, для всех это тоже немаловажно по золоту было два хая, да, то есть перехай мы не смогли сделать, что показывает на э, не такую же силу покупателей, да, слили на новостях, это только первые первые дни рабочие января, ударили в уровень, да, с которого пытались и сделать этот перехай, вышел тоже колоссальный объем устояли, еще один ложный пробой сделали этого уровня. Кто бы что ни говорил, да, зона, уровень, неважно. Удержали цену с 18.31. Сейчас вот свеча закрылась в четверг повышением, да, то есть под самый хайп покупки были до самого закрытия рынка. Это показывает на силу покупателей, на силу инструмента. В пятницу ожидалось... Также продолжение, но увидите, дали хвост вниз, то есть, как мы называем, вынесли а, слабые руки, да, те, кто ставил коротенькие стопы, те, кто думал маленькие трейдеры, да, такие как я, не знаю, как, может, кто-то крупный, да, смотрит наши обзоры. Но, тем не менее, все мы все равно насчет институциональных каких-то участников рынка, да, банков и прочее, мы очень мелкие игроки. Тем не менее, в пятницу нас вынесли, да, если можно так сказать. И все равно свеча под конец сессии да, забралась под самый верх, то есть покупки возобновились. Это показывает на силу, опять же, покупателей. Более локально сейчас вам тоже покажу, это очень интересно. На часовике смотрится, был канал, да, в нем крупный игрок набирает позицию, да, то есть он не может взять по одной цене, закупиться, рынок бы просто улетел. Он все время стоит, да, набирает вот с января, с начала года. Вплоть до вот конца, да, уже 20 числа, выход произошел вверх. Но смотрите, что происходит. Во-первых, встретили объемом, да? не было импульса. То есть, если это действительно выход из канала, и он уже добрал всю свою позицию, должен быть импульс. Да, чтобы он показал направление, чтобы э, мелкие игроки сопутствовали ему и помогали ему разгонять движение. Но этого не произошло. Опять же, стоим выше э, этой границы, да, границы канала, в котором был набор. Сейчас очень хорошо смотрится на то, что будет продолжение. Но единственное, что меня насторожить не было импульса. То есть мы сейчас можем просто нас загнать опять в этот канал и мы можем продолжить э, собирать эту позицию еще там до середины февраля, да? Или может быть мы так останемся до конца февраля? Никто не знает. Это рынок, да? Мы торгуем вероятность. Поэтому смотрите за э, выходом уже не из этого канала. Вот если это покупки все-таки, я бы присмотрелся чуть повыше, вот я бы провел этот уровень. Вот если мы пойдем выше, желательно на импульсе, вот тогда можно говорить, что выход из канала произошел успешно, да, и мы идем а, на повышение, то есть инструмент рассматриваем на рост. Если же опять вернут вот в этот канал, да, который вот здесь мы делали с него хорошее движение, импульсное. То может продолжиться или стояние в боковике, или это был просто добор позиций, чтобы инструмент пошел тестировать нижнюю границу. Если успешно ее пробьет, то мы прекрасно с вами понимаем, что весь этот набор был на позицию э, шартовую, то есть на продолжение снижения инструмента. Поэтому будьте предельно внимательны. Но сейчас очень хорошо смотрится, что золото будет расти. Так, э, по серебру. Серебро калерирую, колери... прошу прощения коррелирует с э, золотом, да. И единственное, чтобы хотел заметить, очень снизился снизилась волатильность, поэтому стопы очень коротенькие. Но так как э, золото у нас э, буйный, да, сказать инструмент, у него волатильность всегда выход новостей э, сопровождается хорошими резкими движениями, что не всегда хорошо, не всегда предусмотрено. Вот смотрелось все хорошо, все замечательно, открытие вверх слили, видите. И потом пошло опять же наверх, то есть всех выбросило абсолютно. Вышел объем и только потом не дало зайти, да, то есть резкие свечи большие, некуда поставить, стоп-лосс, да. Поэтому смотрите, очень аккуратно серебро тоже хорошо смотрится. И на дневном графике пробиваем вот уровень, который у нас пришел еще с ноября 2020 года, да. И сейчас вот мы пробиваем этот уровень, очень хорошо смотрится, но будьте осторожны, еще раз повторюсь, с выставлением стопов, потому что волатильность очень низкая. Да, в него хорошо заходить с маленьким стопом, все, но так как оно ходит вслед за золотом, может быть очень неприятные выбросы, и потом инструмент последует в ту сторону, в которую вы смотрели. Поэтому серебро тоже смотрим на лонг, но будьте предельно осторожны, ребят. Доллар-рубль. По доллар-рубль, так же самое, он не исключение. Волатильность снижается, да, рынок не балует сейчас нас движениями, но тем не менее. Дневной график. Все время нас поджимают, поджимает, то есть идет укрепление российского рубля, да. Есть ключевой уровень, то есть он действительно как бы, да, кто не говорил, там, теханализ, не теханализ, какие-то паттерны, фибоначчи и прочее. Есть цена 73 500, да, скажем, зона 600 500, да, кто по телам отмечает, кто по хвостам, у каждого свои методы. Это ключевой уровень, как бы ни крути, удерживает, выкупает, каждый раз укол, вот и ходим мы никак, но вчера произошла некоторая развязка, то есть укололи в этот уровень, вышел еще, как вы видите, объем средний, вышел повышенный объем, да? не намного, но тем не менее он был с уколом в эту зону, в этот уровень. Сейчас нужно ждать развязки. Если это все было на просто на добор, да, потому что мы знаем, когда инструмент идет по тренду, то каждая его коррекция или откат, да, в случае, если это нисходящее движение, служит для захода по более выгодной цене. То есть, как бы мы отскочили, опять движение вниз, отскочили, опять же движение. То есть, каждый вот этот э, рост, сопровождается тем, что можно по более выгодной цене зайти на продолжение движения. Поэтому не спешите. Если этот ключевой уровень будет пробит, будет очень хорошее открытое э, нам движение вплоть до 70 э, рублей за... Вернее, прошу прощения, долларов за рубль. Поэтому смотрите очень внимательно и пристально за этим инструментом. После развязки, да, после этого уровня, если мы его пробиваем, то может спровоцировать очень хорошее движение. Если же этот уровень все-таки настолько сильный, что мы его удержим, рекомендации как таковой покупки я дать не могу, потому что а, мы можем точно так же, как вот мы с 24 декабря 2020 года просто простоять в этом канале, еще добирая позицию и только потом выйти выше. То есть покупки я бы не рассматривал в плане того, что все равно идет запил. Покупки разве что выше, но это точно не на этой неделе. Я не думаю, что он так быстро подойдет к верхней границе канала. Плюс ему нужна будет сила еще пробить этот уровень. Поэтому доллар-рубль. Смотрите, ребята, тоже очень аккуратно со стопами по вашей торговой системе. Все равно риски нужно соблюдать, какие бы рекомендации не были. Евро-доллар. Евро-доллар очень тоже интересный, но опять же повторюсь, январь Январь не очень волатильный. Есть уровень. С него сделали перехай, то есть очень хорошие движения, да, поступательно все, с хвостами, не без этого, потому что это все-таки тоже очень подвержен новостному фону инструмент. Смотрите, удержали этот уровень, причем как красиво удержали. Есть, да, я строю по хвостам, есть удержание, после которого было движение, да, и опять же подошли, чуть-чуть не добили в него, нарисовали ложную свечу, да, что заходим в шорт, да, уровень пробит, все хорошо, заходим в шорт, но закрываемся под конец сессии, то есть не даем закрыться дневной сессии в... ниже этого уровня, естественно, на следующий день идет а, движение вверх, выходят, да, шортисты, лонгисты видят лонговую модель, набирают лонги, опять же удар в этот уровень, и вот сейчас в четверг да, было закрепление хорошей свечой, зеленый, все на рост. Поэтому я бы рассматривал на продолжение движения. Очень хорошо смотрится евро-доллар на лонг. Как таковых, опять же, рекомендаций по четкой точке входа дать не могу, потому что вы видите, волатильность не очень хорошая. Поэтому каждый должен торговать по своей торговой системе. Направление я бы все-таки присмотрелся на лонг. Это все рекомендации, да, на данный момент на на январь, да, на, на конец января. Более интересные какие-то моменты, я думаю, мы увидим уже после развязки того, как сегодня выйдут запасы по нефти, да, из-за того, что были выходные в Америке. Поэтому посмотрим, куда выйдет нефть, потому что тоже стоит она в боковике, да, у нас вверху никуда не идет, волатильность упала, поэтому посмотрим развязку и тогда уже можно будет сказать более четко, куда же все-таки пойдет инструмент, куда пойдет нефть, как на это отреагирует золото и прочее, и прочее. Поэтому спасибо вам всем за внимание. С вами был Дмитрий Черепащук. Хороших вам прибыльных сделок и замечательных выходных. Не болейте. Всего доброго.